Колоночка 5, 92. Заправляется. Кофе в дорогу желаете? Ну, сегодня проходит акция. И покупки в нашем кафе продукцию. Магнитик вам новогодний в подарок. Хотите покушать? Ну, честно говоря, не знаю. А какой у вас этот магнит? На память. На холодильник. Я понял, да, что на кофе желаете попробовать? Кофе. К сожалению, кофе магнитик. Кофе можно, мы вам как первому клиенту подарим и магнитик, и шоколадочку нашу, драйв-кафе. Кофе какой желаете? С молоком или черное? Американо, да? Капучино с молоком. Да. В один человек столько ему можно пробить? 5,92. Нет, давайте лучше нет, лучше пораньше. Отдельно, да. Хорошо. 79 рублей. Здравствуйте. Покушать уже? Оголодался? Да, я оператор. Оператор Василий. То есть он сейчас находится в роли оператора. Да, и параллельно смотрю, что делают так, другие. А процессы АЗС, обслуживание? Ну, я уже там освоил, перешел на другую ступень, гамбургером поближе. Мы еще не видели, кто это. Зеркало есть у вас? Не, полный глаз. Пойдемте. Да, да, попробую, попробую. Так. Привет. Я готов? Так, я поеду в Сочи. Спроси меня как. Единственное, кроме денег и вот кроме обслуживания. Пин-код зарегистрируйте. Лет тоже да, надо должен сделать. Очень большая вероятность. Знаю. Вам как говорили. Я могу мне говорили, я могу предложить, спросить, поздороваться, да? То есть, ну, придется вам остаться. Да? По-моему, там говорили про 24-ю, по 22-ю клавишу. А, 23-я клавиша – начисление бонусов. 22-я клавиша – информация по топливной карте. Да, да. Нет, там два вида карт. Топливная карта, топливная и бонусная. Банковская карта у нас. Да. То есть фирменная газпромская карта, да, вот 24-я клавиша, которая предусматривает поездку в Сочи в случае выигрыша. 8 поездок по всей России. Да, то есть, 8 заправочек. 9 заправочек от 800 рублей до 18 января. И вы можете поймать удачу, съездить. 8 путевок на все АЗС России, которых 1300 или 130 по России. Ну, больше 130, да. Путевки на троих. На троих. Да. Я готов, но клиентов нет. Давайте я вам уступлю. Клиенты уехали. Может, они меня распугались? Давайте я вам уступлю. У нас колоночка как раз заправилась. Попробуйте, да? Ну, что я должен делать? Поприветствовать. Ну, ему надо... Слишком наигранно будет. Я сейчас снова... Снова, да? Хорошо. Колоночка у вас заправилась? 8-я, 92-й, на 799 рублей. Здравствуйте. 301-я. Сейчас. 1-я, дистопливо, 300 литров. Все войдет в бак? Да, да, да. Что
это будете пробовать? Нет, давайте все посмотрю. Потому что первое дистопливо 300 литров. Сейчас пропищит, пин-код соберет. Я знаю. Кофе желаете в дорогу? Спасибо. Покушать что-нибудь? Спасибо за покупку. Приезжайте. Здравствуйте. Какая касса? Какой бензин? 7-я, 95-я, полный бак. Угу. Расплачиваться по карте или деньгами? Да, карта без знаков. Пожалуйста. Можно топливную карту, информацию посмотреть? 95-й, 611 литров, 86. Распечатывается чек информационный. И ждем окончания заправочки. Угу. Чтобы не запутаться карт, я подписываю колоночку. Угу. Зима 95. А когда уже клиент приходит за чеком, его надо порвать немного, что операция завершена. Да. Кассовый чек, да. 7-95. 1543 рубля 3 копейки заправилась. Сейчас пропищит, пин-код наберете. Как вы довольны ли качеством «Газпромнефти»? Да, мы всегда справляемся на «Газпроме». Не желаете ли вы приобрести кофе в подарок, шоколадка и спасибо. Магнит? Магнит. Спасибо, я только из офиса. Кофе пил, хороший, спасибо. Сегодня акция проходит. Гемба для СМИ. Нашу кафе, продукцию драй-кафе. Магнитик новогодний в подарок. Спасибо за покупку, приезжайте к нам еще. Спасибо вам. Все, благ. Так, ну я примерно была. Карта обычная это тоже сюда? Карта, это да. Топливная. Обычная карта, она тоже сюда расставляется? Да. Бонусная вставляется и банк. Ага, три бонусные. Бонусные начисляются, бонусы на нее. Потом клиент может ей также расплатиться. Добрый день. Здравствуйте. Это общественное место. Здравствуйте. Общественное место, СМИ, кстати, имеет право везде все включить. Кофе желаете в дорогу? Специально для СМИ сегодня организовано мероприятие на «Газпромнефти», где мы освещаем качество и вообще деятельность «Газпромнефти». Можно по телевизору будет посмотреть сегодня. 9 заправочек от 800 рублей до 18 января. Вы получаете потом скретч-карту. На этой скретч-карте будет один из этих подарков. Заправился 999 рублей 70 копеек. По магазину что-нибудь желаете? Пин-код наберите, пожалуйста. Я на самом деле хочу съесть, чек прикреплю к вам. Да. В случае поедем, да? Да. 8 поездок на 3 лица. Правда, по всей России. 130 заправок. Уехали, да? Ну, надежда все равно остается. Спасибо за покупку. Приезжайте к нам. Здравствуйте. Какая заправка? Сколько заправок? 92-й. Так, смотрим. Карточка фирменная или... Бонусная да, карта. Бонусная карта, наличный да? Расчет. И в акции участвует. В акции участвует, так, понятно. Наверное, ну что ж, сейчас поедем. Значит, это мы вставляем сюда? Нет, еще пока ничего не вставляем. Пока ждем, пока все. Хотите покушать? Сегодня при покупке в нашем кафе мы вам магнитик подарим. И шоколадку.
при покупке кофе шоколад в подарок. 8-я, 92-й запрос, 999 рублей 70 копеек. Ваша 1000 рублей. Сюда. 23-я клавиша. Я нажму? Сейчас, секунду. Я уже нажала, вставила. Вот сейчас загорится. Начислить бонусы, подтвердить.